Тамара Ведякина проживает в первом микрорайоне Одинцова с 96-го года. Помнит, как из крана текла чистая прозрачная вода. Теперь ее цвет и качество совсем не радуют. Знаю, что все жители первого, второго, третьего микрорайона уже за столько лет намучились, можно сказать, потому что вода у нас с оттенком желтоватым. Соответственно, по превышению мы знаем, что железа очень много в воде, отсюда и ржавчина, и на сантехническом оборудовании у нас, и, соответственно, на бытовой технике, там, где греется вода, окалины собираются, выходят из строя. На водозаборном узле лежала большая нагрузка. Он обслуживал несколько микрорайонов Одинцова, село Акулово, часть домов микрорайона Гусарская Баллада. В результате качество воды значительно ухудшилось. Окончание реконструкции спасительной станции жители ждут с нетерпением. Сегодня строительные работы идут с почти двукратным опережением графика. Помощь властям – это предоставление порядка от 20 до 40 тысяч человек получат нормальную чистую воду. На данный момент идет реорганизация резервуара чистой воды в полном объеме. Соответственно, в следующем году будет второй резервуар сделан и запущен. И параллельно с нами ведется строительство станции обезжелезивания и фильтрации. Идет капитальный ремонт сооружения, обеспечивающего давление воды в системе. Фактически запуск станции запланирован на февраль. Весь комплекс работ должен завершиться в мае 2021 года. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».